Всем привет! Хочу вам показать, рассказать и вместе с вами провести эксперимент. Есть у меня вот две таких доходяги котлейки. А вот эта котлейка у меня с того лета, она оторвалась. Случайно я пересаживала свою старую котлейку. И ростик отломила, как всегда, случайно. И поставила. Вот так она у меня в разных системах сидела, ничего не помогает. Молодой ростик у нее погиб, он был большой, но он погиб. Вот так она у меня стоит. Как бы водичка налита, но у нее нет ни корешков, ничего, она стоит сверху. Хочу вам показать. Но она и не погибает, всю зиму простояла, как бы. У нее есть почка. Вот она. Вот она. Она, я ее фундазолом обрабатывала, и как бы, ну, но она не должна выжить, по идее. И когда смыла фундазол, увидела почку. И почка чуть-чуть зеленая, живая. Так вот. Когда я ее увидела, прошло уже 2 месяца, но никаких изменений нет. И сегодня я намазала эту почку гормональной пастой. Единственное, у меня она не цитокининовая, а какая-то, я не помню. Какая-то иностранная, если честно. Я не помню, как называется. Но она дороже в 2-3 раза, чем наша. Вот. Хочу вместе с вами наблюдать, а вдруг проснется ростик. Котлеи очень живучие. Котлейка, она не больная. Просто вот зима была, но не вытянула она новый рост. Вот. И есть вот такая. Эту котлейку я сразу скажу, скоммуниздила кое-где. Ну, оторвала ростик. 2 ростика. Так вот, я ее неудачно оторвала без почек. Как бы вроде бы две псевдобульбы, но почек на ней нет. И вот она у меня с зимы, и потихонечку она увядает, корешков у нее нет. Но есть одна почка. Ну вот где блестит. Там вот почка, и я ее тоже намазала этой пастой. Но эта почка, она вся черная, она твердая, плотная, но черная и не растет. Я не знаю, может быть, я простимулировала так, может, она начнет расти. Но приблизить я не могу. Но она есть. Если какие-то будут изменения, я вам обязательно покажу. Мне очень самое интересно. Ну а вдруг? Терять уже точно нечего. Почему не использовать пасту? Как только, если что-то появится, я обязательно вам покажу. Всем пока. До скорых встреч.